Для новичков карантин окончен. В пермском зоопарке в вольеры выпустили новых животных. Напомним, пополнение коллекции в зверинце случилось в начале октября. Теперь пермяков приглашают познакомиться с новыми обитателями, естественно, соблюдая противоэпидемические меры. Катя – лисица обыкновенная. В пермский зоопарк ее привезли из Екатеринбурга. Отсидев на карантине, Катерина составила компанию пожилому самцу-южаку. А это брусника – восьмимесячный северный олененок. В столицу Прикамья она приехала из Нижнего Новгорода в начале октября. После изоляции ее выпустили к сородичам. Около 2 недель уже она общается со своими родственниками. Общение началось постепенно. У нас для северных оленей предусмотрено 2 вольера. Она начала жить в одном вольере. Сейчас мы ее уже соединили с общим стадом. Они к ней уже привыкли, не обижают. Прижились на новом месте зайцы и белка Превоста из Санкт-Петербурга, а также коза Зоя из Нижегородского зоопарка. Пермяки уже могут понаблюдать за новичками, но в зверинце напоминают. Посетители должны соблюдать санитарные правила. Администрация Перми следит за тем, чтобы для безопасности посетителей в зоопарке выполняли все предписания Роспотребнадзора. Это утренний фильтр сотрудников с обязательной термометрией. Термометрию мы проводим даже 3 раза в день, хотя рекомендовано 2 – утром, в обед и вечером. Также обязательно у нас ежедневно, 2 раза в день проводится влажная приборка дезинфицирующими средствами всех поверхностей. И больше 2 у нас тоже люди во время отдыха не собираются, соблюдая социальную дистанцию. Я это лично контролирую. Посетители просят проходить термометрию на входе в зоопарк, носить маски и перчатки, соблюдать социальную дистанцию. Александр Еркин регулярно приходит с сыном посмотреть на животных. Говорит, новые правила нисколько не мешают, наоборот, помогают не отвлекаться во время экскурсии на заботу о здоровье. Мы в масках, в перчатках, наблюдаем все меры предосторожности. Сами соблюдаем, и в зоопарке все соблюдают, поэтому не страшно. В скором времени посетители смогут полюбоваться и белоголовыми сипами. Самец и самка прибыли в пермский зверинец из бакинского зоопарка. Птицы хорошо перенесли дорогу, их высадили в карантинный вольер. За здоровьем пернатых будут наблюдать зоологи. Елена Растянис, Татьяна Овсянникова, Александр Худяков, телевизионная служба новостей.